друзья, вот так провожает Тайган своих посетителей. Вот таким вот оливийным пением, вот такой вечерней перекличкой. Ну и, конечно же, каскадом незабываемых эмоций, которые я получил, и не только я. Все гости Тайгана получают уникальные позитивные эмоции, глядя на то, как живут животные. От общения с этими животными, наблюдая, как львы живут в саванне, разгуливают по ней, просто в восторге. Ну и много, конечно же, интереснейших животных. Вот меня привлекают слоны. Это просто потрясающие, неповторимые и очень крупные животные, которые гуляют по нашей планете. И в парке львов Тайган они тоже живут. В парке уже постепенно разгораются огни, освещая центральные улицы. И я, конечно же, не откажу себе в удовольствии пройтись по вечернему Тайгану и прогуляться, посмотреть все вокруг. Мне очень нравится. Смотрите, какой шикарный он вокруг. Вот прям не устаю повторять это, не устаю наблюдать, ведь парк регулярно меняется. Красота! Эти диковинные самолеты. Кстати, вот хочу внимание ваше обратить. Вот уже такая легкая дымка опускается. Это вот повышенная влажность. Сейчас уже осень, скоро наступит сезон дождей. И будет немного дождливо. Ну, а утром, наверное, уже выпадает роса, потому что в Тайгане и вообще в Белогорске погодка немного холоднее, чем в Ялте. Вот здесь и ночи холоднее, и вечера. Поэтому, возможно, выпадает роса на траву, на растения. И вот эта дымка говорит о том, что все, солнце село, земля остывает. И наступает прохладная ночь. Но парку это совершенно не мешает, потому что у парка ночью начинается другая жизнь. Ночная. Тут много животных, которые ведут ночной образ жизни. Вот, поэтому вот такой прекрасный парк с таким огромным изобилием разнообразнейших растений и животных. Красота неописуемая, друзья. Вон, смотрите, центральная улица как освещается. Там практически как днем. О, смотрите, львы лежат. Вот нет бы эпично, зашли бы на эту скалу славы. Мы бы на вас посмотрели. Но почему-то на этих скалах славы сегодня, друзья, не львы, а львицы. А львы лежат в саванне. И отдыхают, спят, наслаждаются таким прекрасным, теплым вечером. Спят в разных позах. На животе, на боку и даже на спине. Задрав наверх свои лапы. Вон, смотрите, зевает и львица, охраняя сон вожака. А вожак тут как тут. Раскинул ляжки и спит. Да, вечер в Тайгане, друзья, это, конечно, волшебное зрелище. О, потянулся. Эх ты!
Какой прекрасный лев. Какая прекрасная, друзья, атмосфера. Просто волшебство какое-то. Вот, а львы. И наблюдать за ними можно вечно. Лев слышит звуки, какие-то новые ароматы, которые доносятся из саванны. Сумерки все сильнее сгущаются, но львы прекрасно ориентируются и в темноте. И все, друзья, вечернее пение прошло, Тайган попрощался со своими посетителями, ну а я прощаюсь с вами, наши дорогие подписчики, наши зрители, наши друзья и наши сторонники, сторонники парка Львов, зоопарка Сказка и Олега Зубкова. Вот. И все, львам стоит хоть чуть-чуть услышать имя Олег Зубков. Все, сразу в парке разносится эхо. Вон, видите, даже лев услышал, что я сказал, Олег Зубков. И раскатисто, громко львы начинают вечернюю перекличку. Даже не начинает, а продолжает. Да. Вот видите, друзья, как сильно львы любят человека. Теперь точно пока.